Всем привет, с вами Quicksilver. Это влог. Я на дискотеке. У нас тут дискотека, сейчас покажу. Вот такая вот дискотека. Это в честь Нового года, сейчас 22 декабря. Ну вот, много-много таких вечеринок бывает. А знаем, если кому интересно. А сейчас вы знаете, Женя. Эй, куда все уселись-то? Старички, давайте вставайте за стола. Все, да? Все, сдулись. Нет, не проспект. Отличный проспект. Я точно не знаю, какой. Но знаю. Пожалуйста. Сейчас потолкните там, постарейте, с бородой все вместе. Толстые такие, головки. Давайте, давайте, выходите оттуда. Если вы там сидите, без праздника сидите. Ну все, я иду к вам. Мы продолжаем. И у нас, опять же, здесь, смотрите, сейчас вам покажу. И здесь будем стоять, здесь мало места на этом. Сделаем так, девчонки будут стоять здесь, мальчишки будут стоять там. Чтобы этот пол мог использоваться на полную катушку. Все остальные, не знаю, поддерживают там. Раскачивают. Так, ну что, три парни готовы, да? Все, давайте, сейчас мы подъемся. Поздоровайся. Так, ладно. Все-таки два или три человека? Давайте три, вот там я смотрю, третий хочет тоже поучаствовать, поэтому... Чего я обламываюсь? А девчонки, давайте девчонки, девчонки, берите. Девчонки, девчонки, можете взять. Влад, поздоровайся. Только три на три. Кумом, как говорится. Окей, музычка пошла. Давайте девчонкам дадим начать. Мальчишки, стоите, смотрите за них. Чего это нам показывает, знаете? Руки на руки сложили. Окей, поехали. Это им сечёнка. Казак. Ну все, это начинаем, давайте. Не ожидали, да? Мальчишки, смотрим, смотрим, пренебрежительно, все это такое вообще. Ладно, девчонки, отойдите на задачу, скоро не пойдем. Бой, парни готовы? Чуть-чуть. Значит, раз, два, три, раз, два, три, гоу! В общем-то, мы продолжим, когда я уже вот еще буду снимать здесь, но... Не получили неплохо. Продолжаем. Господи, только не дождь. Мы опять здесь. Чома? Чома, здоровайся. Здрасте, добрый день, добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Бутиблок. Аня. Бутиблок. Здрасте, до свидания. Мы сейчас на метро Восстание. Вот метро Восстание. Можем показать, вот там вот елка. Центр города. Вот она. Звезда. На центр города. А вот это Московский вокзал. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Вот там вот. Там вот галерея. Ладно. Мы продолжим, когда будем на Пионерской. И мы продолжаем. Мы едем на автобусе на нашу остановку. Комендантский, ну, Шуваловский проспект. Вот. Минут через 15, да, ну где-то так будем там. Вот. Ну и мы продолжим там. Давайте. И мы продолжаем. Мы вышли на улицу. Мне нужно быстро уже идти. Я иду на другую дискотеку, и там тоже будет влог. И это совмещу две дискотеки с влогом. Вот я, вот там вот лента. Я иду. Мне очень нужно быстро бежать, потому что я уже на... Через 2 минуты начнется, но мне еще идти 3 минуты. Так что я побегу быстро.
телефоном не так. Не так быстро бежит. И еще у меня мало зарядки. Вот. Ну, ладно. Продолжим уже там. И мы продолжаем. У нас дискотека здесь. Да, у нас здесь дискотека. Мы продолжаем. И там вот поют. Да. Это у меня в театральном кружке Юпитер. Ну, театральной студии, в ПМК Юпитер, в подростковом центре, да, Альбатрос, в подростковом центре Альбатрос. Вот там вот, после Витного. Вот. Вот, скоро я пойду домой, там буду выкладывать, во-первых, видео Лего Марвел Супер Хироус, да, ждите. И 12-ю, 13-ю часть. Так что ждите. Ну, ладно, с вами был Quicksilver. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И подписывайтесь на канал моего друга. И подписывайтесь на группу Стражи Галактики. И на группу Quicksilver. У нас ссылочка на все будет в описании. Давай, всем спасибо, всем пока.